3 февраля в Пермском крае подтверждено 40 645 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью и выписались 33 618 человек. Скончалось от коронавируса и сопутствующих заболеваний 2554. По данным Оперштаба, на карантине 3570 жителей края. Как сообщает пресс-служба краевой больницы имени Вагнера, с коронавирусной инфекцией у них 72 пациента, на домашнем карантине находятся 874 березняковца. На больничных койках Соликамска с ковидом 80 человек, 78 из них – жители нашего города. Тех, кто выздоровел, уже 1446 человек, умерших 21. На карантине 39 соликамцев. Соблюдайте масочный режим в общественных местах, чаще мойте руки и будьте здоровы. Евгения Пантелеева, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль ТВ».